Привет всем! Перед тем, как сейчас пойти на турнир, я хочу сначала призвать вот этих прекрасных зайцев. Сейчас сначала отрядик. Мне фиолетовый нужен, безумно. Уже 2 года. Но нет, здесь меня не побаловали. Пойдемте попробуем призвать зайчиков. Какую-нибудь курочку хочу. Этого не хочу. Вот такого зайчика хочу. Дайте мне зайчика. Спасибо, это тоже мальчик-зайчик, но я хочу настоящего зайчика, зайчиху. Давай. Ах, печально. Ну да ладно, пойдемте расчехлять на турнире. Раз не везет в призывах, значит повезет здесь. Что у нас с обороной? Ой, оборона скатилась до Д, была только вчера А. Сегодня уже Д, это печально. И мы в топ-50. Пойдемте отстреливаться. Но вчера у меня хорошо зашла желтая команда. Здесь можно было бы зелененьких взять, кстати. Да? Вы так не думаете? Потому что если Борил ультанет, то я просто-напросто разобьюсь. Мне надо как-то... Давайте зеленых наберем. Стопе. Нет. Зеленых нельзя. Мелиндор же не хилит. Тогда синих. Чтобы были две Сони, чтобы диспелить их. Вот так вот. Пойдемте вот так. Угу. А вот если бы зеленых взяли даже с Мелиндором, мы бы сейчас уже убили Борила. А вот если были бы желтые, то... то ничего бы не произошло. Хм. Так, подтянем вот здесь красные. И, видимо, Борил у нас заряжается благополучно. А, нет, смотрите-ка, убился. Неожиданно убился он от синих камней. Все-таки моно... Против моно нет приема. Единственное, что Лисю сейчас нас подрежет, но мы сейчас зарядимся как раз все. И все, и все. Тут, в принципе... Они нам уже ничего не сделают, я думаю. В принципе, можно было бы спровоцировать Кэдмана на то, чтобы он по нам треснул. Сколько тут? А, тут еще 3 хода. Я думаю, что он даже успеет. Главное, чтобы не в грима. Давай, Кэдман. Самоубийся благополучно. Он знал. Он точно знал, куда бить. И с Соньками добиваем. Во, отлично. Борил, сила. Следующий. Следующий тут у нас Кэдман. Протей мне не нравится. А вот здесь я бы не стала бы. Тут, посмотрите, 3 зеленых. Брать против них синюю команду. Мне кажется, это самоубийство. Давайте возьмем вот как та была, желтенькая команда. Так и пойдем. И вот здесь по краям у нас была Лисю и Чао. Совсем троечками. Практически все регулярные, кроме шакала. И... О! Я хочу убить Протея в первую очередь. Не получилось. Так. Думай. Так, вот так. И еще раз запустим в Протея колбасу. Уж очень он мне не нравится. А вот теперь что делать? Непонятно.
Может быть, вот здесь выпадет еще. Во. Очень хорошо. Так, ну давайте, наверное, добивать, потому что нам нужно искать камень, нам нужно пространство. Поэтому... Ой-ой-ой, страшно. Сейчас малыша Джона надо будет вырубить каким-то образом. Пока, наверное, нет смысла, да, царя запускать. Сейчас давайте сначала срежем малыша, а потом под царем запустим колбасу в Кэдмана. Вот, все, отлично. Наши шансы немножечко увеличились. Ой, ну все, теперь уже это Брюнхильда. Ой, владычица тумана. Я их никогда не запомню всех. Столько много новых героев, что они у меня смешались в голове. До этого я всех знала по именам. До выхода Вальхалы. Наверное, у меня уйдет еще годик, чтобы запомнить их всех. Я и забыла про существование синего в моей монокоманде. Так. Дальше про Тей. Ну, тут сам Бог велел этой же командой идти. Не так хорошо нам в первом тапочке, да, повезло с желтыми. Не сразу они у нас появились. Здесь все более-менее... Более-менее. Давайте добивать, наверное, или нет, или что. Один камень-то про Тей должен убить, да? Да, я думаю, что он убьет. И либо в панду, либо в лисю. Короче, я не знаю. Давайте попробуем все-таки в Соньку. Что-то мне сразу захотелось в нее. Потому что она быстрая. И мы ее практически уже расчехлили. Так чего бы ее не добить, чтобы она нам не создавала лишних проблем. Вот. Так, ну теперь можно царя запускать, а можно не запускать. Ну, учитывая, что мы взрываем синий камень, а у нас есть синий герой, то эти синие камни хорошо ударят под царем. И, может быть, даже кого-то убьют. Хотя это вряд ли, конечно, но покоцают. Покоцать должны. Давайте попробуем. Вдруг... Вот тут еще и желтый сложился прям по лисю. Ну, вот теперь мы промахиваемся. И запускать шакала, я даже не знаю, есть ли смысл. Ну, в принципе, если он не промахнется, он еще потом успеет же зарядиться, я думаю. Давайте в панду и попробуем спровоцировать тогда лисю. О, смотрите, убился. Супер. Тогда спровоцируем лисю, чтобы она об нас убилась. Вот. Ну и теперь потихонечку наберем ману, и у нас баф царя спадет, и мы расчехлим Скитлса. Не успел баф спасть, но я думаю, что кто-то один-то из них не промахнется же, да? Вот, хватило шакала. Смотрите, какой он. Ни разу не промахнулся, несмотря на то, что под царем. Супер. Так, владычица. Она у нас и наносит, значит, урон. И при том еще она, по идее, хилит же, да? Мне казалось, что она еще хилит. Нет, она не хилит, она защищает. Это Брюнхильда хилит. Так, ну по идее... Не знаю, фиолетовыми я не хочу идти. Не хочу. Не хочу идти фиолетовыми. Там бить некому у меня. Ну вот я думаю помудрить. Запустить красные, как показывает компьютер, да? И попробовать выудить лишний желтый. Где же он мне зарядил тут наполовину уже Тибуртуса, и ничего не произошло.
Так, ну собираем то, что есть в любом случае. Может быть, мы даже зарядимся, и Тибуртус еще не успеет. Да, вот он не успел. Вот сколько у него? 37. Вот какая-то капелюшечка, а мне нужно по нему бить. Вот что делать? А срезать ману владычицы, так она ее наберет, она быстрая. Можно ее зато против желтых подранить, а добить Чао. Давайте так и сделаем. Потому что зарядится, она все равно зарядится. Мне больше камень негде искать. Ой, вообще, ситуация жесть, потому что двигать нечего абсолютно. Камикадзе готовится, Сонька готова. Ой, беда, беда, беда. Ну, она вообще не ту цель выбрала. Ну, вообще не ту. Ну, теперь спасет только царь. Если нам выпадет много-много желтых камней. И опять я, кстати, забыла про синего-то. У меня синих камней вон сколько. Ой, ну прям все, залив по полной программе. Ох, Ивано, цыпленок меня сделал. Так, ну и последний бой. Последний бой. А, срез атаки нас ждет, срез брони и срез маны. Ага. А кто нас может отдиспелить-то? Из четверок. Ригард. На кой мне Ригард? Ой, поменяла. Не, идемте так. Что-то другие расклады меня не впечатляют. Давайте создадим кристалл, будем чистить поляну от зеленых в надежде, что вместо них будет куча-куча желтых. Так. Мне уже кажется, что нас спасет только чудо. Поэтому чудесным образом ждем здесь желтый. Ой-ой-ой. Срез атаки полный. Как их убивать-то теперь? Всех подрезали. Этот уже готов. Грим. Так, грим. Либо собирать желтые. Но он же сейчас мне либо снесет барила, либо снесет шакала с царем. Синие точно не снесут его. Ой, ну прям вообще жесть. Залились. Второй день, да? Круто, круто. Просто как девочку сделали. Ладно, Светлана. Топ-10. Не, ну, в принципе, если следующие 3 дня выигрывать, то, может быть, будет топ-1. Ладненько, до завтра.